Всем привет! С вами я, Александр Навасов, и сегодня я вам расскажу о обновлении на канале. Я убрал строчку про Навасов двоеточие из названия к видеороликам, я убрал оттуда дату, и я сделал читаемые теги. Да, возможно, они были нечитаемы, хотя так написали вы мне. Так что я решил сделать их читаемыми, сделал их там круче, ну и так далее. Теперь теги работают. Они пишутся под видеороликом, все круто работает, да. И, кстати, будет еще новое глобальное обновление на канале. Я сейчас провожу голосование, обязательно заходите на мой канал, чтобы узнавать все, и на мой сайт, чтобы проголосовать. Ссылка, если что, будет в описании, так что, ребят, заходите, и все. Ну и, конечно же, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Все, ребята, всем удачи, всем пока! Wow.